Прежде всего, я каждый раз пытаюсь акцентировать внимание, не пытаться до 3 дней лечить антибиотиками. Это просто огромная просьба. То есть, если ребенок, вы знаете своего ребенка, вы с ним каждый день, вы знаете, как он себя чувствует. А мне часто родители спрашивают, когда нужно снижать температуру. Обычная рекомендация, да, после 38,5, но если себя ребенок чувствует плохо, вы понимаете, что для него это тяжело, он тяжело переносит любую температуру снижаем. Если вы видите, что он вялый, он плохо пьет, плохо ест, он более заторможенный, не надо ждать, чтобы было 38,5, и потом ждать, дать жаропонижающий, ждать, что он сама упадет. Ваш ребенок перед вашими глазами, если ему плохо, надо дать жаропонижающее тогда, когда он эту температуру плохо переносит. И в этом плане, конечно, острая вирусная инфекция. Первый день он веселый, активный, поднялась температура, он стал вяленький. Дали жаропонижающее, не дали, попоили, температура сама снизилась. Просто наблюдать. Нужно внимательнее быть своим детям и не упустить тот момент, да, когда ситуация ухудшилась и появились признаки опасности для жизни. То есть это одышка, это очень высокая температура, это очень высокая, 39 и выше. Отказывается есть, отказывается пить, есть неукротимая рвота. То есть вот в такие ситуации, которые требуют немедленного обращения к медицинскому работнику, но первые 3 дня мама должна наблюдать, выпаивать, это очень важно. Не имеет значения, как ребенок получает эту жидкость. То ли мы ему капаем, то ли мама его выпаивает. Он в любом случае попадает в сосудистое русло. В любом случае снимается интоксикация. Пить – это очень важно. Ребенок должен хорошо пить, вместо того, чтобы хорошо есть во время болезни. И когда мама говорит, что он не ест, я говорю, он пьет – это уже хорошо. То есть мы не имеем… А пьет воду или независимо? Абсолютно любые жидкости. Конечно, в этой ситуации лучше простая вода. Просто вода. Но тут могут быть и соки какие-то гипоаллергенные, и чаи, которые ребенок пьет. У нас большой спектр чаев на рынке. То, что он привык пить, пьет простую воду. Простая вода. Пьет свой специальный детский чай, пожалуйста, детский чай. Ребенок постарше пьет обычный чай. Конечно, вода больше приветствуется, обычная чистая вода. Но самое главное, чтобы он пил, чтобы он получал достаточный объем жидкости. Есть объем жидкости, снимается интоксикация, снижается температура, и ребенок быстрее выходит из этой ситуации. Мой совет – быть просто внимательными к детям и к их потребностям.